Обсудить вопросы социальной поддержки и разобраться в коммунальных проблемах. С этой целью в Химках депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Совета депутатов Александр Васильев провели прием граждан. Нельзя ли как-то прибавить мне к моей пенсии, вот это учитывать за порядным кругом мою работу? На встрече также присутствовали специалисты профильных организаций, в том числе уполномоченные по правам человека и руководители отделов местного отделения Социального фонда России. Мы поняли ваш вопрос. Мы сейчас приедем, посмотрим и расскажем, какой процент у вас валоризации. Он обязательно присутствует при назначении вашей пенсии. Все вопросы взяты депутатами на контроль. У нас сегодня было много женщин. В основном женщины. Вопросы какие? Это уже привычные для нас, для всех, ЖКХ. Это пенсионное обеспечение, какие есть льготы, какие права. Вопрос касался еще инвалидов и, конечно, СВО. Это основные темы, которые сегодня присутствовали на нашем приеме. Также сегодня по итогам встречи и депутат Госдумы Константина Роднина, и я напишу депутатские запросы с теми вопросами, которые обращались жители, для того, чтобы они получили разъяснение на те вопросы, которые их интересуют. Мероприятие прошло в рамках региональной недели по приему граждан партии «Единая Россия». Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.